Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии заимков в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. А также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Спасибо за поддержку и приятного продолжения просмотра. Кого убили? А, ну да, там. Дуболома убили, к сожалению. Голландец, надеюсь, ты не будешь позволять Польше распространять у себя религию. Ну, он уже начал. Сейчас это уже, ну, скорее всего. Так убивай просто миссионеров. И они будут, тогда у тебя будет уходить религия. Я пока не веду с ним войну. Ну и зря. Француз, ты где-нибудь на побережье есть, чтобы тебя встретить? А, вон я вижу. Нет, твои... Там. Границы твои вижу. Ты видишь, вот там пустыня Мохаве где? Сверху от какого-то твоего города. Это ж твой город, наверное? Да, да. Ты можешь подойти вот к морю? Ну, у меня, если честно, сейчас война будет с Римом. Мне юниты нужны, так что... Блин, мне 4 хода. Чернотли. А, сейчас я писателем разбегу. Да, пожалуйста, и мы встретимся. Алексей, нет. А тебе деньги очень нужны? Ну, скоро понадобится. Я пытаюсь тут кумасе. Француз, привет. Ну, там хату сайдис. Блин. У меня 4 города ничего не производят. Давайте ставить производство. Давайте. Ой, Рим, ошибку ты делаешь. Колосс. Мачу-Пикчу я много где могу поставить, а колосс только в Куско пока. Так что давайте колосс лучше построим. Блин, почему нельзя пропускать великих людей? Вот так это. Американец, давай дружить. Давай. Может, здесь тогда? Ну, я Кумасе разрушу. Говори. Ну, мы с тобой договорились. Я не против, если ты отправишь 6 послов, я отправлю 6 послов. Мне нету 6 послов. Со временем... Ну, сейчас даже 3 достаточно. Я не буду больше, мне 3 достаточно. Короче, ты разрушаешь Кумасе или нет? Давай просто вот разрушим Кумаси, и никакой сейчас упорки не будет, Сейлор, серьезно. Не-не-не-не-не-не-не. Я в тебя упарюсь, я в американцев упарываться не буду, я в тебя, если что, упарюсь. Ты мне предложил дружбу кинь. Ага, я то кину. Есть ты с ним дружишь. Ага, я тебя понял. Нету. Вот. Я уже не успею, это следующий. Ну, следующий. Не дает Кумасе такой бонус, у него один караван всего лишь идет. Yeah. Да, мне уже пофиг будет, это уже плохо все. Отлично. Так, где тут бегал скаут? Уходи своими миссионерами. И... Все, я уже, короче, тут дальше назад не отъеду.
Уходи своими миссионерами. Надо вот с этого континента какие-то ресурсы, например, этот. Рим объявляет войну Франции. Вот где скаут. Лошадок обработан. У меня, наверное, должен быть сейчас вообще тут офигительный плюс там. В экстазе, да, население. Блин, сейчас меня обстреляет Кабул, правда. Нафига я сюда влез? Да, француз уже нехило так по культурке ломанул. Голландец, далеко тебе до союзов? Ну, я не в них пошел, но водов 10. Не, эти два чуда мне обязательно надо построить. Сейчас мы выйдем в героический век и за веру купим рабочих. Вот здесь в Антай я Мачу-Пикчу построю. Стоунхендж нормально. Где буря? Буря далеко. Да, ну тут так, конечно, насыпало городов-государств. Как всегда, очень странно, города-государства насыпаны как бы в одном месте, считайте, все вместе, да? Получается. Да, что-то они тут близковато совсем. Ой! Ты там ругнулся или что это был за звук? Нет. Ай, не хочу пока лучника. Любуйся! Поляк, а чьи-то город там вот такой через годы. Через город годы. Город государство, я так понимаю, какой-то. Мне невероятно сильно поднасрал Владимир, то, что не уничтожил Кумаси еще 10 ходов назад, когда это обсуждалось. Ну я сейчас у него иду. Поляк, а да сейчас ты уже зачем? Как бы я тебе говорил, когда надо разрушать. А до этого я вот чем, дубинками буду рушить? Я тебе скинул. Ну, американец, ты зачем предаешь нашу дружбу? Строителя? Я бы с тобой заключил, чтобы ты не нападал на нее. 23-27. Смотрим, что тут остальных. Ну, вот, 40-ет у Голландии. Давай так подумаем. Вот сейчас я не разрушу Кумаси, а ты выйдешь в корпуса. Да я, не, я на тебя не пойду, на меня уже Рим напал. Где Рим напал на Францию? Ты не нападешь меня, на меня позже. Ну, Занзибар. Если ты мне предоставишь такие гарантии, я точно уйду сейчас от Кумаси. Не буду тебя подходить, следующим ходом подойду. Что вообще происходит? У меня какого-то фиг. Ну, мы только слышали, у меня какого-то фига. Дальше что? Ну, интересно же, что там у тебя? Меня слышно вообще? Да, слышно. Да. Ну что там у него, блин? Ну, отлично, отлично. Из-за того, что... Я не знаю, что это. Я не могу двигать легионом, которым я вообще еще не двигал. Я из-за этого сейчас потерял 2 юнита. У меня легион стоял фуловый. И я им не могу двигать. Великолепно. Блядь, спасибо, игра. Очередной раз какие-то приколы. Ну посмотри, может что-то все-таки какое-то логичное объяснение. Это наказание. Алексей. Да. Можешь разведчика от Гаги немножко убрать?
А там ходят где-нибудь миссионеры польские? Да, но они снизу только. Они обращают к бебешке. Артист заканчивает это делать. Я только к бебешке обращаю. Все, у меня лют сгорел на самом деле. Сейчас просто невероятно лют сгорел. Это... Так тебе и надо, студент, за твою жалкую попытку бороться. Я не поменял карточки. Ну а что мне делать? Ну, я вот тебе только не что надо предлагал. Поменять, а поселенцев? Уничтожаем Кумаси, и я не нападаю вообще никак. Хитником веры, попробуй ко мне сонно. Покупаем. Этот идет сюда. И один ход пропущу, чтобы тут вырубить. А, здесь покупаем строителя. Давайте здесь тогда еще куплю. Сюда пойти. Вырубить камень. Ну, вот тут 10 науки, видите, дает. Тут 6 науки. Гавань. Следующим ходом посмотрим, у кого как. Наука героический, Голландия, Рим и Франция. Американец в нормальном веке. Ну, блин. Уроды. Так, надо тут перехватить парня. О! Вот ты убил моего миссионера, тем самым распространив религию Канди. Этого даосизма, вернее. Римскую. Ну. Давайте ученых забаним. Давайте. Не-не-не-не-не. Какие ученые? Зачем? За что? Почему? Вот, да, вот за. Стоп, 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 стоп. Какие ученые? Не. Давайте не ученые. Давайте великих генералов забаним, и все хорошо. Артист, я просто вот открываю религиозную победу и вижу. Рим 16 веры вход. Польша 34 веры вход. У меня легенды пустыни. Это при том, что у меня... Какая разница, что у тебя? Причем тут что? Ну какая вот, серьезно, ну какая разница, что у тебя? Главное, сколько у тебя веры вход. Это значит, что ты сейчас будешь распространять и распространять, распространять и распространять. И то, что Рим не может религии победить стопудово, когда ты есть на карте с таким количеством веры, это просто вот реально. А то, что ты можешь победить при этом веры, это вполне возможно. Ну, если у него еще пустыня, и сейчас он добавит еще карточку на 100%, да, у него будет разведчик. Не сколько там, не 40, а 80. Ну какого хера? Ну, ребят, ну что вы твои? Просил же, только не великого ученого. Так все проигнорировали твою просьбу. Ну дайте хоть раз поиграть, выиграть. Хоть как. А что, без великих ученых никак не выигрывается? Так у меня только ученые были. Так, меняем карточку. Что бью хорошо, они. А зачем ты моего разведчика бьешь? Я ж не бью твоих юнит. Алексей, 4 хода. Каких? Ты вообще-то напал на моего торговца, когда он шел. Дорогу закрыл.
А, ну ты, ну, так, а твой сейчас разведчик что, нет, не закрывает не, дорогу? Не, ну торговцы не умирают. Ты уже Наску нашел? Нет, не нашел. Ну, вот я не хочу, чтобы ты Наску нашел. Вот лучше б Наску, блин, забрал бы студент. Да я на нее иду, я, блин, больше не буду надеяться на Владимира. Наска не такая. Я ему 20 ходов назад сказал, забери, блин, это. Блин, не успел. Забери кумас. Не походил, конечно, вообще ничем. Что сейчас сделал? Что сейчас сделал целый ход? Не, ну я это протянул. Я не, ну охренеть, что сейчас сделал целый ход? У меня рабочие не походили ни хрена. Блин. Да дело-то в наемниках. У тебя не было денег, чтобы хапать. У тебя денег было на одного арбалета. Что ты мне... Так, давайте апну. Все-таки. Тут где-нибудь надо ставить, чтобы никаких варваров не появилось. Активировал. Так, давайте тут посело построим и тут посело построим. Вот у меня будет два города еще недостающих мне. Лавенту надо будет забрать. Я бы еще и Канди как-нибудь забрал бы. Догонять ребят. Кинул тебе предложение, американец. Ну, следующим ходом глянешь. Кому-то нужны? Блин, я опять не вижу. Кому-то нужны что? Не ты один не слышишь. Пряности, пряности. Я обнаружил, в чем проблема. Оказывается, у меня, я не знаю почему, но у меня почему-то генерал, таран и легион вместе не могут быть в одной связке. Это очень странно. У меня у легиона пропало 3 очка ходьбы. Я их снова соединил. Ну, как бы я соединил. И больше они не могут ходить. Я не понял, с чем это связано. Но... 16, а? Как вам? За счет того, что Мачу-Пикчу дает... Воу! Мачу-Пикчу-то я хорошо построил. Слушай, француз, посмотри на науку. Есть... Да, есть предложение. Я... напал из отчаяния, потому что у меня не получилось то, что я хотел. Как насчет того, чтобы прекратить эту упырку очень быстро? Давай. Ну, я больше как бы не буду нападать, сам понимаешь, я тут собраняюсь абсолютно спокойно. Не, ну, понятно. Упоркником и все, я не нападаю. Голландец хорошая, Петра. Неплохая. Артист, я с тобой заключу договор только в одном случае, если ты обещаешь не обращать ни мои города, ни голландца, ни города-государства рядом.
Я уже никого обращать не буду, потому что я вижу, что бесполезно далеко от тебя бежать. На религиозную победу я играть тут точно не буду. Поверим ли мы ему? Я что обещаю, голландца тебя обращать не буду. Так, начали наши... И города-государства вот эти, там, Лавен, Маскат. Хорошо, но если они постепенно сами обратятся... Сами, на... сами это да. Потому что я вижу миссионера, я считаю, что ты нарушил. Уже у меня нет миссионеров, ты мне двоих. Потому что, смотрю, города голландцы уже обращены. Не понял. Ты объявил войну Голландии? Да, да. Ах ты, артист! Хорош! Ну, хорош! А голландец, а чё ты молчал вообще? А чё ты не сказал, что он на тебя может напасть? Ну, пускай в один город упрется, если сможет. Ну, не знаю, у него 381 да? мощь, а у тебя 186. Не, у него арбалеты, я не пробью. У меня просто такое положение бедственное, мне тут делать больше не. Артист, у меня со столицей, с накорми миром и со всеми плюшками, у меня в столице 5 жителей и минус постоянно. О чем ты вообще говоришь? Старт ужасный. Тундра и сплошные холмы. Пришлось бежать наверх. Да он сейчас с одним арбалетом отобьется. Лошадью. Не, с религией красивый муж сделал. Мне понравилось. Блин, надо торговца, наверное, купить. Не знаю, стоит ли Магнуса. Ну, наверное, Магнуса в Антавайлью можно пересадить. Тут уже... В общем-то, нечего... вырубать точно. Давайте в Антавайлью пересажу. А, и тем более... А, нет, я уже не успею, когда поселенец появится, отнимется там. Население. Взял до баллона, добил. Хатуса. Ну, не знаю тогда пока. Некуда сажать, поддержим. Голландец какой-то пустыни. Я неправильно рассчитал. Мне все равно. Не помню, где столица? А. Нечего. У меня города не растут, пром. Селиться как бы некуда. Что-то я не пойму, а где столица Голландии? Это я вопрос. Между Утрехтом и Гронингеном, что? Я прошел два раза. Понял. Амстердам. Алексей, я в союзах. Ну, предлагай. Экономический. Давай культурный. Посмотри. У нас так и так культурный будет. Мы если. Ну, и ты ко мне, и я к тебе, все равно культуру будем. Да, но культурный дает очки великих людей. Ну давай, хорошо. А экономически что? Ну, больше денег. Так деньги и так будут.
Храм Артемиды кто-то завершает. Так, ну давайте пока обработаем. Американец в Союзе выше. Какао? 3 или 4 хода, сейчас посмотрю. 3 хода. А вот и Амстердам. Француз, посмотри, пожалуйста. Алексей. Так, надо посылать караваны к голландцу. Во-первых, из Куска. Во-вторых, из Ольянтайтамбо. А, больше нету доступных. Ладно, подождем. Ну, я пирамиды здесь могу построить. Давайте построю. Не успел. Надо подумать, где тут кампус поставить. Вот тут, наверное, плюс 3 будет. Да, вот тут плюс 3. Здесь будем кампус ставить. Надо поменять. Больше поселенцев не надо. Бонус соседства центра коммерции, бонус соседства кампуса. Плюс... Ну, давайте, наверное, первый посол, там есть куда отправить. И против варваров... Минус 6. Надо ли мне еще против варваров? Ладно, пока нет. 113 науки. Этот парень сюда отправляется. Этот караван из Ольянтамбо отправлен. Так, из Куска в Амстердам. Дальше идем. Сюда буду вырубать. Так, тут обрабатываем шоколад. 3 хода. И, наверное, эту казину тут какой-то район могу поставить, поэтому давайте еще строителя. И еще куплю строителя. А, пирамиды. Блин, казалось, колосс. Пирамиды, ладно, один ход всего. Ну, тогда монумент. Здесь поселенцы завершил кампус, давайте. Голландец, построй 2 мушкетера и можешь прийти, в принципе, меня забрать. Да я понял. У меня даже железа нет, потому что оно в 4-м радиусе. Да, но это очень далеко. Ей, колосс. Этот давайте из Антавайльи. А, у меня, по-моему, из Антавайльи бегает куда-то. Кускалин, Антавайлья, Сауса, Ольга. Из Чукуито не бегает никакой караванчик. Давайте священное место сделаем. О, вот тут. Почему и нет, собственно. А, назначу Пингалу в Ольянтайтамбо. Город 6 жителей и рост до следующего 95 ходов. Так, стоим, ждем. Здесь отсюда я собираюсь. Я тоже с твоими городами делаю. Что-то этот весь рис надо вырубить будет. Сжигать. Ждем, когда Магнус прибудет. Ну, Краков хорош.
Это один город. Кампус завершили, библиотеку. Колосс завершен. Кампус. Ой. Надо удалить. Дипломатическая служба. Надо ли что-то мне менять? Да, надо. Стоп, а я использовал вообще первого посла? Я его так и не использовал. И теперь меняем. Успел. Тебя как? Я через минуту. Так, смотрим. Пройти сначала делать. 43 науки, у меня 116. 79, да. Тут я хорош. И даже культура. Отлично. Ну, не знаю, в Тилбург. Потом варвар уходит от меня. Вау, какое у вас тут чудо. Франция, давай союз. Давай. Давай научим. Кумаси. О котором столько споров было. Ну давай тогда экономически. Ну, если ставить прямо в самолеты, что мне надо ускорять? Образование. Банковское дело, военная тактика. Ну, давайте вот так сделаем, так. Нет, давайте вообще военную инженерию сначала. Посмотрим на... на селитру. Там я еще свой уникальный юнит не использовал, но я его, правда, еще не открыл. И не использовал уникальное улучшение, этот тоннель. Тут до конца еще дофига времени. Французы есть куда расселяться помимо этих твоих городов? Так, значит, тут вырубаем, ставим кампус и вырубаем и вырубаем. Тут город дошел. С монумента начнем. Убиваем варвара. Тут Рим с Францией столкнулись. Американец на отшибе сидит. Развивается себе спокойно. Так. Ну, мне нет смысла в Буэнос-Айрес пока отправлять. Эти, наверное, поберегу посла. Возможно, отправлю... Сейчас построю священное место. Блин, ну мне промышленную зону, ой, промышленную, эту правительственную площадь хотелось бы где-то поставить все-таки. Может, вот здесь? Блин. Да, вот эта проблема. О, плюс 6, вау. Ну это Мачу-Пикчу, конечно, потому что... плюс 2 от чуда, по плюс 1 от... О, еще извержение, еще больше. Видите, я тут ничего и не строю, поэтому.
плюс одному от районов, и каждая гора интересно, еще дает. Самокат имеет бонус. От твоей культуры? Ой, от твоей веры? Нет, а как? Он же сам по себе дает бонус против стен. А если он атакует город, он имеет такой же бонус? Тоже вот не проверял. Нет, ГГшки сами по себе никаких бонусов не имеют. Куча территорий еще, по идее. Вообще, Рим, по-хорошему, мне кажется, у тебя тут куча территорий, тебе просто эти ГГшки захватить было бы. Ну, я, да. Я, в принципе, этим занимаюсь. Ну, давайте, наверное, поставлю учетные банки. И дальше в торговую республику. А в темном веке можно города строить? Я под вечер просто всегда туплю. Это... В смысле в темном веке? Если у тебя изоляционизм, то ты не сможешь поставить город. А почему? Ну, почитай карточку изоляционизма. Что там написано? А я еще не в темном веке. Ну если ты карточку не поставишь, то и не надо тебе будет ничего. Так, что я взял за людей? Количество доступных путей увеличивается. Зашибись. Где он? Тут плюс 2 чисто от гор. Хотя, почему бы и не поставить с другой стороны? Ну, отсюда уже вкуска бегает. Давайте из Уанкабамбу перебросим в Уанкабамбу. Тут все вырубаем. Потому что быстрее растет город, еще и веру мне дает. Поэтому и вырубаем все. Надо на автомат поставить этого скаута, а то я не успеваю ходить. Так, денег дофига. Я уже, наверное, в священном месте сейчас куплю. Опа. Нападает. Варвар. Буэнос-Айрес побежден. Лян теперь. Ну, с другой стороны, я даже не построил правительственную площадь еще до сих пор.
То есть надо ли мне... Нужен ли мне Лян? Нужна ли мне Лян? Сто шестьдесят одна наука. Да, тут я, конечно, лесопилку. Но я даже еще не открыл. Вообще надо открыть машиностроение. Давайте машиностроение открою. Дальше идем в научную теорию. Университет рядом с горой. Я бы где-нибудь купил университет с одной стороны, а с другой стороны. Блин. Тут не очень удачно. Ну, я его убью, конечно, но жалко. Жалко. Так, лесопилку мне надо где-нибудь построить. Вот тут равнина, вот тут я и построю лесопилку следующим ходом. Когда я ее открою. В разные города, чтобы было больше. Алексей, откуда у тебя 163 науки? Очумелая компусави. Да нет, я бы сказал, что это очумелые коммерческие районы с гаванями. Например, наверное, Куск у меня никто не видит, да? Нет. Так вот, у меня в Кустка коммерческий район сейчас дает плюс 24 науки. Коммерческий район, 24 науки. Ну, кто первый? Пожалуйста, скрин сделать и после игры мне скинуть, как у тебя стоят район. У тебя соседство гавани, коммерции, получается, плюс 12. И соседство еще от каких-то районов, да? Так, ну давайте, кто-то должен догадаться, что это. Золотой век. Не, ну там. Не, ну понятно, что героический век дает науку от коммерческого района, это понятно. Но откуда 24? Плюс 24. Мачо построил. Мачо, мачо. Так, мачо. И еще что-то одно вы не сказали. Горячие источники. Нет, нету горячих источников. Нет. Ну, карточки, да, карточки тоже. Да, еще и карточки. Но еще одну важную штуку не сказали. Горы. Нет, ну, нет, горы нет, это мачо. То есть вы назвали соседство коммерческого района с гаванью дает плюс. Дальше назвали карточки. Устремление золотого века. Устремление золотого века дает просто науку, что они дают науку. Оно не дает плюс к этому, оно просто дает науку. Дальше назвали соседство гор от Мачу-Пикчу. То есть коммерческий район получает плюс от гор, потому что я Мачу-Пикчу построил. Плюс карточки, плюс 100% от коммерческих районов. Но еще одну важную штуку вы не сказали. И вам, зрители, вы подумайте тоже. Ну, хотя я вам показывал, вы должны знать. Ну. Вулкан. Нет. Ну, вулкан это гора, считай, то есть это... Ну, это важная штука, это в героическом веке вы должны использовать это. Карточка какая-нибудь героическая. Ну, еще что-то еще, мы что-то забыли. Давайте, Лен. Нет, соседство уже сказали. Бонусы от цивилизации, например.
Союз может быть как-то научить? Нет, нет. Союз Губера, который дает на плюс к районам. Рейна, что ли? Правильно, соседство. Рейна. Рейна, который удваивает соседство коммерческого района и гавани. Удваивает. Ну, да. Я забыл об этом. Да, в одном городе. То есть без Рейны было бы плюс 12, но с Рейной это плюс 24. Сильный, сильный, да. Но это только в героическом веке, да? Да. Ну почему, там золотой век тоже есть? Ну или в золотом веке, да. Либо героический, либо золотой. Ну и это только в средневековье. Я из-за того, что упоролся, на самом деле, абсолютно зря. Да-да. Ускорить. Исследуем, мне сейчас эти деньги по-хорошему особо не нужны ни на что. Да, я посмотрел уже. Селитра хрен знает, где возле Занзибара есть одна. Да все, а что тут еще было делать? Да нет, я тоже посмотрел на карту, там у тебя шансов особо не было. Тебе расселиться там особо-то некуда из этих... Алексей, ты можешь скрин скинуть после игры? Да тут ничего особенного на самом деле. Особенного по сравнению с чем? Ну, посмотри, как люди ставят районы ромашками там всякие. То есть тут мне не надо было что-то сверхоригинальное придумывать. Это скорее... Территория мне с горами, с горами помогла. Ну, то есть ты не сможешь построить такой район без гор. Вот так получить такой выхлоп. Никак. Француз, мы после этого союза будем еще один заключать? Так, что мне тут еще надо ускорить? Университет я построил. Лесопилку я построил. Социальный институт просвещения. Три мастерских. И чудо промышленной эпохи. Так, то с просвещением. Надо выходить. Торговую республику я сейчас приму. Так, это я на автомат поставлю исследовать территорию здесь везде. Исследуйте, исследуйте, то же самое для этой. Что я не успеваю ходить. Мне нет смысла ими управлять тут особо. Так, здесь кампус. А, теперь надо послов Хатусу. А что Хатуса хочет? У меня два посла, и мне надо какое-то задание выполнить у Хатусы. Вызвать озарение для морской традиции, к сожалению, нет. Там квадриремой надо убить. Мне не изменяет память. Да, с помощью квадриремы. И некого квадриремой убивать. Ладно, дождемся трех послов, тогда в Хатусу отправлю. Торговая республика. Плюс 2 влияния. Содержание юнитов оставляем. Видишь, даже крестовый поход у меня отобрали. Нормально вышел, ну что это за человек? Не ругайся. Простите. Ой, блин. Что случилось? Да нормально вышел. Ну так нормально. Да ничего подобного. О, Килиманджаро. О, да. Еще и с наукой уже. Ну это недавно появилось. Ты оцени место появления моей столицы в тундре и на каком-то аппендиксе. Сейчас дойду.
тут хочу священное место поставить. Или здесь поставить, там еще какой-нибудь район. А какой там еще может район нужен быть? А, ну, вся травочка, например, да? Вот это на самом деле более артист, то, что я тебе написал. Мне все абсолютно пришлось покупать за деньги. Я тут не хочу, потому что здесь холм, и я могу еще свою эту, ну, спасу, вот эту, как их, как эта хрень называется, ну, мое уникальное улучшение ставить. Я тебе скрин скину моего места, сейчас проверю. Ты посмотришь. Религию я еще могу основать, кстати. Такой выплыв в одну клетку у меня. Может, мне в Рапануи тогда пока отправить, чтобы культура какая-то шла. Ну зачем ты Хатусу убиваешь? На, убивай. Плохая ГГшка. Гадкий ремляшечка. И Рапануи пойди. Алёш, ты его сам надоумил. А мы разве не договаривались, что он может только один город захватывать, остальные он должен уничтожать, нет? Не было такого? Вначале никто ничего про это не говорил. Ну я просто перепутал. Обычно, значит, в другой игре так было. Мы же сегодня уже одну начинаем. Да, мы в первой говорили про это, а во второй нет. А чё француз ты не захватываешь тогда? На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!